Я думаю, с самого начала мы сделали задел и дали понять, что мы приехали за победой. И, как мы уже говорили, для нас каждый выездной матч как финал. И мы настраиваемся, потому что соперник с невероятным сильным помощником, с 10-тысячным залом, который поет все 40 минут. И, естественно, они как на крыльях бегут, защищаются. Но мы, прежде всего, начали с агрессивной защиты, с нескольких перехватов и попаданий, и тем самым сделали задел. You know, we prepared the game during the whole week, knowing that they were going to be ready. They are a different team when they play here in Malaga than when they play in the road. And they beat Fenerbahce, first game of the season. So we came ready. We showed that in the first quarter. And then in the second and the third, they out-hustled us, they played better. And then on the fourth, we were very smart playing, and we have a great defensive fourth quarter. Замечательная, талантливая команда, и мы тоже не без греха, так скажем, мы играли с ошибками, допустили второй, третьих, четвертях очень много ошибок, а в первой и в четвертой всего 4 на, считайте, одну половину. Так что они заставляли нас ошибаться, но мы прежде всего сконцентрировались как раз вот на последнюю четверть и сыграли практически без ошибок и забили легкие свои мячи после хорошей защиты.